из Европы в Азию. Семья путешественников из Франции отправилась в большое турне. Их путь в том числе пролег и через Чувашию. Наша съемочная группа встретила жителей дома на колесах в Цивильском районе и узнала, как проходят их дни. Рейд Фест со своей семьей выехал из Франции месяц назад. Они уже опытные путешественники, но в такую длительную поездку, возвращение планируется лишь через год, отправились впервые. Нас четверо. Я, моя жена и дети. Живем мы недалеко от Парижа, но решили исполнить давнюю мечту. И теперь мы отправились в Монголию. Проедем через Китай, а возвращаться будем через Индию. Правда, это будет только через год-полтора. В России Рейд Фест и Шарлотт уже не в первый раз. Правда, крупных городов стараются избегать. Для стоянки выбирают небольшие поселения. В России мы знаем такие города, как Москва, Санкт-Петербург. А еще мы знаем, что есть такой город, как Казань, потому что там был чемпионат мира по футболу. А других городов мы больше и не знаем. Удивительно, какая большая у вас страна. Очень много лесов, а еще много легковых машин. О ваших дорогах могу сказать, что где-то они очень хорошие, например, как здесь, а где-то совсем плохие. Рейд и Шарлотт оказались очень гостеприимными и пригласили нас в свой дом на колесах. Всегда мечтала посмотреть, как вот устроен вот такой вот домик, в котором путешествуют иностранные гости. В доме на колесах есть все необходимое. Места хватает и детям, и их родителям. Sometimes we eat here, and the night we sleep. Здесь мы едим, а ночью мы здесь спим. Там спят наши дети. Тут ванная комната, тут наши вещи, одежда, книги, школьные учебники. Лекарства, все, что необходимо в дороге. А это наша маленькая кухня. Готовим на газу. Есть и холодильник, как видите, в нем много продуктов. В меню у путешественников самые разные блюда, но чаще всего готовят яичницу. Продукты семья закупает раз в неделю в супермаркетах. Изредка все вместе ужинают в ресторанах или кафе. Все свои приключения туристы описывают в личном блоге. На память о Чувашии традиционная матрешка. Спасибо. И несколько новых слов на русском и на чувашском. Спасибо, Даждабуш.